Мы умершие при жизни. Или живые умершие. Вот как вам угодно. Вот, во всяком случае, я так это ощущаю. Мы проиграли свою жизнь, проиграли, во всяком случае, мое поколение. У вас еще есть время. И проиграли страну для наших детей. Для нас ужас и кошмар наблюдать то, что сейчас происходит с Россией. Все трясут головой и задаются вопросом, как могло случиться? Вот точно так же, как было с нацистской Германией. Вот тогда трясли головой. Как могло случиться, что нация Баха и Шиллера и Гёте может превратиться в страну убийц и уродов? И вот теперь то же самое говорят про Россию.